В Москве прошел ежегодный финансовый форум. В его рамках состоялся разговор о состоянии российской экономики после волны западных санкций. Основными спикерами стали глава российского Минфина и мэр российской столицы. О чем шла речь, расскажет наш СОПКОР Дмитрий Маслак. Вы считаете, что деньги могли испортить Собянина? Хорошая идея. Я не про это говорю. Расслабить, а не испортить. Шутки шутками, но Москва, дающая, по словам Сергея Собянина, 20% всего российского ВВП, пожалуй, самое логичное место, чтобы обсудить положение дел в экономике и финансах страны. Пройдены шоки от западных санкций, ощущаются и афтершоки, дает понять глава российского Минфина. Антон Силуанов не соглашается с мыслью модератора, что кубышки вроде Фонда национального благосостояния были разбазарены. Деньги на черный день, объясняет Силуанов, когда этот день настал, сработали так, как и было задумано. Посмотрите о том, как вырос государственный долг. Вот с учетом реальных факторов, а не лозунгов, у нас устойчивость нашей финансовой системы сохранилась или нет? Потому что то, что вы говорите, это правда. А люди-то ждут ответа именно на эти вопросы. Для людей самое главное, как меняются цены в магазинах, это раз, да? Платится ли зарплата вовремя? Два. И можно ли карточку ставить в банкомат и получить деньги или рассчитаться? Три. Вот, собственно, это и есть устойчивые финансы. Поэтому все это, несмотря на все блокировки, ограничения, работает. И несмотря на... Да, кстати, знаете, у нас вот период 20-го, 22-го, ведь что делали страны? Заливали все деньгами. Ну, да, мы тоже потратили. В том числе, кстати говоря, Фонд национального благосостояния, который у нас для этого, собственно, и предназначен был. Помогли бюджету, вложили в проекты нужные, инфраструктурные, которые тоже внесли свой вклад в те цифры роста, о которых мы сейчас говорим. На ближайшие 6 лет российские власти поставили новые амбициозные цели во всех сферах жизни, как социальных, так и в части развития экономики. И в этой связи сейчас возникает масса резонных вопросов. Как мировая трансформация, движение к мультиполярности, дедоларизация, преодоление санкционных барьеров влияют сейчас на российскую действительность? Как меняются приоритеты и цели социально-экономического развития с учетом военного характера экономики? И какими должны стать новые контуры финансово-экономической архитектуры России? И главное, что может дать долгосрочный импульс для развития страны и роста благосостояния населения. Потому как закончить украинский кризис хоть завтра, санкции и другие ограничения в отношении Москвы останутся еще надолго. Здесь на форуме считают, что основой должна стать суверенность финансово-экономической системы. Суверенность важна, потому как в последние годы России пришлось искать ответы на беспрецедентные по масштабу вызовы, говорит участникам форума глава российского правительства. И, по словам Михаила Мишустина, страна не прекратит движение вперед. База осталась. Еще в 2021 году мы вышли на 4-е место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Обогнали все страны Европы, Японию, а теперь уступаем Китаю, США и Индии. Значит, Михаил Владимирович сказал, с 6-го места на 4-е перешли по объему валу внутреннего продукта. А еще хочу сказать, что мы вошли в клуб стран с высоким уровнем доходов. Дорогого стоит, кстати говоря, за 6 лет, с высоким уровнем доходов. Сейчас, знаете, говорят, вот там развивающиеся страны, страны в семерке, развитые. Ну, слушайте, у нас вообще-то Россия это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами. И мне кажется, что вообще-то пора пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно, знаете, там, постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим, и они достигнуты были за 6 лет. Альтернативы созданию независимой финансовой системы в условиях, когда отдельные западные страны могут взять и выключить рубильник, нет, говорят участники дискуссии, и соглашаются, именно сейчас время возможностей. По оценкам зарубежных экспертов, Россия уже входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей. Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%. С дружественными странами в национальных валютах эта доля уже составила около 90%. Свой эффект к 30-му году, уверен в правительстве, дадут экономике России и 6 триллионов рублей на технологическую независимость страны. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN, Россия, Москва.